Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Asus Zenfone 8. И сейчас я вам покажу, как на этом устройстве изменить язык системы. Для этого мы с вами открываем приложение «Настройки». Затем спускаемся в самый-самый низ и выбираем пункт «Система». Здесь открываем вкладочку «Язык и ввод». Открываем вкладочку «Языки». И видим языки, которые добавлены на наш телефон, то есть русский и польский. Если мы хотим, видим, что у нас русский стоит на первом месте, то есть это язык системы, а польский на втором месте, то есть это просто язык, который второй стоит. Если мы хотим сделать язык польский, например, языком системы, мы берем и перетаскиваем вот это вот со второго места на первое. И теперь у нас все по-польски, как вы видите. Если мы возьмем русский и перетащим его на первое место, все опять станет русским. Если хотим установить какой-то болгарский, например, язык системы, нажимаем «Добавить язык», спускаемся вниз и выбираем, ищем болгарский, либо же любой другой язык. Давайте выберем любой другой, например, мелау какой-то, малазийский. Теперь берем этот мелау, переносим на первое место и видим, что у нас теперь все на этом мелау малазийском языке. Если мы хотим удалить какие-то другие языки, мы в правом верхнем углу, давайте сначала на русский установим на русский, например, да, и удалим эти два языка, потому что они нам не нужны здесь. В правом верхнем углу нажимаем на троеточие, нажимаем удалить, удаляем эти языка из дополнительных, нажимаем удалить и все, вот и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч. До свидания.